Ну а сейчас в Испанию. Там число жертв от разрушительных наводнений возросло до 159 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В пострадавших регионах приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. Для поиска выживших и расчистки районов на местах работают около 1000 военнослужащих, пожарных, полицейских и спасателей. Правительство Испании объявило трехдневный траур. Нам удалось связаться с казахстанцами, проживающими в испанском городе Валенсия, на который и обрушился основной удар стихии. Они рассказывали об обстановке на данный момент. Все началось в понедельник, нам сообщили о плохих погодных условиях. Во вторник нам отменили пары, сказав, что это третий уровень опасности из четырех. Ближе к 8-7 пришло сообщение о том, что лучше не выезжать на трассу. И такое же сообщение пришло на следующий день, в среду в 6 часов утра. Утром нам отключили воду, и все в панике побежали в магазины. И на данный момент на прилавках нету воды. Власти, как вижу, помогают сейчас. Ведутся спасательные операции. Король Испании проявил свои соболезнования. И также нам советуют оставаться дома. Сегодня у нас хорошая погода, солнце. Все хорошо.